Давай, давай, пой что-нибудь. Карта, это то, что я виртуал РТ сделал. Красота! Ой. Карьер! Случайно попался по пути. Мы на выезд. Это самый большой гранитный карьер в Малине. Тут реально смотришь, какое все мелкое внизу, и понимаешь масштабы этой экологической катастрофы, которую здесь совершили люди. Но все равно природа наступает, и деревья растут на самом краю карьера, и со временем оно все зарастет, только перестанет здесь задействовать человека. Поездка, замок. Не, ну мы уже одну ключевую точку только что прошли. Да, карьеры. Целая очень, куча карьеров. Да, очень интересно, классно. Нашли очень стратегическую стежку. Да. И главное, что нас никто не тормозил, да? Ну нигде. Да. Вообще да, супер, да. Вообще классно. Наш и так, формат. И так бывает. Пиво. Ух, родомышльское. А мне тоже безалкогольное? Нет, тебе алкогольное. Я же не настолько зверь. Печи сделанные. Прямо с пылу жару. Вот что значит, первые клиенты. Вот и подъезжаем потихоньку. В начале 17 века в 1612 году архимандрит Елисей Плетенецкий основал в Радомышле первую фабрику по производству бумаги для нужд Киево-Печерской лавры. Во время казацких восстаний помещения папирни были частично разрушены. В 1902 году с руин построили млын, который прослужил 70 лет. Это уже отреставрированное здание папирни. Смотря на него, можно проследить историю. Фундамент это времена папирни, средняя часть – период млына, а верхи башни отреставрированы совсем недавно. На месте этого водопада 400 лет назад стояло трехметровое колесо, которое запускало весь механизм. В 2009 году был открыт памятник архимандриту Плетенецкому, и не случайно. Памятник поставили на воде. Именно отсюда бумагу грузили на баржи и сплавляли по нескольким рекам. Сначала по Мике, потом по Тетереву, а затем по Днепру. Вот так бумага из Радомышльской папирни попадала в типографию Киево-Печерской лавры. Для производства бумаги использовали в основном лен, крапиву, коноплю. Бумага была серого цвета, зато отличалась прочностью. В выставочных залах здания Ольга Богомолец, правнучка знаменитого богомольца, создает первый в мире музей украинской домашней иконы та старожитности. В скором времени обещает открыть помещение, мини-типографию, где каждый желающий сможет изготовить бумагу по средневековой технологии.
Этот знак на каждой странице, напечатанной в 17 веке. В здании действует мини-отель, где можно снять комнату, обустроенную в средневековом стиле. А наверху башни находится смотровая с колоколом, где каждый желающий может загадать желание, которое непременно сбудется, если при этом ударить в колокол. Все-таки решившись уйти с асфальта и добавить немного грунта, мы за селом Комаривка уходим на знакомую нам грунтовую дорогу, где катали весной с Володей Симплвеем, но дорога тогда была более проезжабельной. Вот они, долгожданные грунты и сюрпризы. А вот Кодра нас порадовала. Дождливая неделя сделала знаменитые тетеревские пески совсем не злыми, и для скоростной докатки к нашей 6-часовой электричке было то, что надо. Шеф, ну что, парус лоб. Мы молодцы, успели. Как мы валили в конце, это... Это трындец. Посмотрим от, потом. От мы... Кодры, да? Какая средняя была? Какая была средняя, мы все потом посмотрим. Главное, как мы в конце валили. Да, вообще. Но мы я уже, ты знаешь... Крутые пешцы. До конца не сдавали. Я уже думал, что зря мы в эту Кодру заехали в магазин. Не, мы бы туда не доехали. Мы не доехали. Однозначно. Реально не доехали. То есть нам нужна была подпитка для того, чтобы валить. Реально, слушай... Хорошо, что электричка опоздала, а так бы... Да, да. Но она нас ждала, да. Она без нас уйти просто не могла бы. Если мы так старались, наша энергетика, наверное, ее задерживала. Да. Сколько это у нас? 2 минуты буквально стоим, да, на перроне? Да. Блин, вообще не, ну, жесть. А думали, что вообще будем на ходу вскакивать. Я вообще, я уже не знаю, уже икры, судороги хватало, а по ступенькам поднимался уже и бедра. Головорот не сдается. Да. Он всегда сядет на электричку и вовремя. Вот так и снимаем фильмы.